Савиностроживский мужской монастырь в Звенигороде попал в десятку самых красивых церквей и древних обителей Подмосковья. Монастырь, бывшая царская резиденция, был основан в 1398 году одним из учеников Сергия Радонежского, преподобным Саввой. Во время царствования Алексея Михайловича был окружен каменными стенами, а внутри возвели новые храмы, царский дворец и палаты государыни. В дальнейшем лавру почитали и помогали с пожертвованиями и другие правители. В советское время обитель закрыли, и лишь в 1995 году началось ее возрождение.